Очень часто в магазине меряешь, у тебя как будто бы эйфория такая, что это тебе очень здорово подходит, а на самом деле нет, не подходит. Домой приходишь и не одеваешь. И потом отдаешь или даришь кому-нибудь. Перчатки. Я их типа не ношу. Просто руки в карманах ношу, я не знаю, для меня это самая бесполезная покупка. Купил специальные кроссовки для вождения отдельные, потому что сдавал зимой. В итоге раз 7 не сдал. Вы так не пригодились. Ну, как-то я купил мотоцикл за 40 тысяч, через 3 месяца продал его за 9. Второй кому-то. Приходится по квартире перемещать, мешает, а продавать жалко, тоже вот дешевле не хочется. Кронштейн для компа, который по итогу не подошел, и пришлось его просто выбросить. Я купила для красоты товар такой есть, ленты, которые от морщин. Ну вот я их купила и не использовала. Самые бесполезные вообще, наверное, это книги, которые ты потом не читаешь, и они просто лежат на полке. О, боже, так и почти все бесполезные покупки. Я все совершаю спонтанно.